Лапки на ноги, для того, чтобы они могли работать, атаковать и не травмировать себя и свои ноги. Тогда мы плотно включим ударную технику, понимаете? Шлем не обязательный, то есть он, конечно, нужен, так как у одного размер S-очка, у другого 2XL, у меня есть 3-4 шлема, я их одеваю, пытаюсь кому-то затягивать, но оно, понимаете, немножко не тот процесс. Я пол тренировки перевожу на то, что я их переодеваю. Хотя бы половину, посмотрите кто, им будут перчатки в любом случае нужны. Ракушка нужна для защиты паха, без нее нету допуска к любым соревнованиям. Сегодня мы тоже, что? У девушкам есть свои бандажи, вы подойдете, я вам объясню. И защита ног, все, это то, что основное, пах, перчатки и защита ног. Это желательно нам, подойдете, мы сейчас сделали специальные цены от интернет-магазина Sportforce. Специально, только одно, допустим, для вас, как для родителей наших групп. Вот, шлемы будут по желанию, так как они просто дороговаты, не гривен 600-700 шлем, поэтому их по мере возможности. Вот это все дешевле нам, ну, намного. Так что еще раз благодарю за ваше воспитание. Молодцы. Благодарю. Всех вас. По поводу занятий. Следующие занятия 11 января. У них 11 января первый рабочий шел в школе. Я попрошу вас тоже дать мне немножко отдохнуть. Алексей.